Впервые в Татарстане у диких кабанов обнаружен вирус африканской чумы свиней. Очаг опасного заболевания выявлен всего в 40 километрах от набережных Челнов возле села Танайка Елабужского района. Здесь нашли туши 12 кабанов, умерших от вируса. Для человека африканская чума не опасна, но для домашних свиней смертельна. А самое главное, может быть нанесен серьезный удар по животноводству. В очаге заражения и вокруг него уничтожают все поголовье животных. Попадают ли в опасную зону крупные свинокомплексы и перерабатывающие предприятия, расположенные в набережных Челнах и Тукаевском районе? Вот то видео, на котором и запечатлены 12 кабанов, умерших от опаснейшего заболевания африканской чумы свиней. Это первый случай в республике, когда болезнь нашли у диких животных. Диагноз подтвердили в республиканской ветеринарной лаборатории. Для окончательного подтверждения пробы отправили во Всероссийский научно-исследовательский институт защиты животных. Два больших и три маленьких. Это вот нынешние. Сейчас главная задача ветеринаров – предотвратить распространение чумы. В Тукаевском районе два крупных свинокомплекса – Камский Бекон и Феникс, в которых содержится более 300 тысяч голов. У жителей района еще 800 животных. В районе постоянно проводится мониторинг на выявление африканской чумы. Еще ни разу вирус не обнаружен. Проверке на вирус подлежат и дикие кабаны, на которых охотятся вблизи свинокомплексов. На сегодняшний день отстреляно по мониторингу 7 кабанов именно в этой зоне. Результаты на сегодняшний день отрицательные. Вот в связи с последним случаем, скорее всего, мы до Нового года этот лимит закроем. 3 головы. Все равно ситуация очень напряженная. В набережных Челнах находятся 4 крупных мясоперерабатывающие предприятия. Камский Бекон, АПК Камский, Мясной Стандарт, ИП Ефимов. Ежедневно на них изготавливается до 200 тонн мяса. За процессом следят ветеринары. А также они тщательно проверяют продукцию, которая поступает в Челны из других регионов. Теперь проверки усилят. Сейчас мы еще усилим контроль поступающей продукции из-за пределов Республики Татарстан. Будем тщательно проверять, мониторную сеть проверять, каждую партию. Будем обхват больше сделать по свинине, которая поступает в город Набережные Челны. Ветеринары уверены, что таким образом они не допустят проникновения африканской чумы свиней на территорию Набережных Челнов и Тукаевского района. А значит, не только спасут поросят от уничтожения, но и сельхозпредприятия от краха. Эльмира Гайнудинова, Тагир Бекметов, Челны 24.